и существующие шутки, на которые должна была состояться. Ха-ха-ха! Да. Опять космос, на этот раз прям космос-космос. Я не допрыгну, в общем, и поэтому я стерла вам память. И вот, ребята, я... Хватайте за крылья, хватайте за крылья меня за руки. Всем привет, друзья, и сегодня мы с ребятами пришли в необычный тавр, он будет отправлять нас в разные миры. Так, я пока вижу только сверху звезды красивые, и луну, вон луна тоже красивая. А мир первый будет здесь или как? Мы идем? Ну, наверное, да, нас просто ведут сюда, наверное, первый нас здесь. Нас не дают прыгать, блин, да. О, нет, все дают. А первый мир довольно прикольный. Это что, это просто мир природы? Да, только там акулы внизу, это опасно. Это достаточно опасно. Это вообще огромная мотивация, чтобы не падать, потому что это все-таки акулы, знаете ли, и как бы не очень хочется пойти им на корм. А я к ним прыгнула. Ты уже прыгнула? И как дела? Все конечности в порядке. Вернула обратно. Слушайте, такие облака прикольные. Ага, а мы... Переходим до... О, господи, кошмар! О, боже мой! Жесть! О, три звездочки дали. Ой, не дали больше 3 звезды. О, мне тоже. Здорово. О, ребят, а это Египет, судя по песку? И, судя, кажется, по пирамидам там внизу. Вот так немножко. Ну да. Да, я их не заметил. А мне очень нравятся эти маленькие оазисы на пальмах. И, ребят, мы уже снова добрались. Но мне кажется, это только первые миры такие маленькие и простые. А дальше уже будет сложнее. Ну да, так обычно и бывает. Ты типа начинаешь игру, и тебя завлекают тем, что игра простенькая, а потом начинается самое жесткое. Да, а вот это уже не очень приятно. Как-то все так резко. Мне кажется, это какая-то лаборатория злобного ученого. Хотя труба, зачем тут бочки радиоактивны, непонятно. Нет, довольно легко на самом-то деле пока получается. На бочечку ту не надо было прыгать, если что, если кто-то собирался или... Серьезно? А можно? Да нет, не надо, зачем? Давай вперед, вверх и вперед. Так, хотел, ну блин, вот когда запрещают, так хочется что-то теперь напакостить. Ну ладно, пойдемте. Ой, а тут миленько. Ой, как здорово, реально. Да, блин, а я позже же шла не... Ой, а тут... А давайте спустимся вниз, посмотрим, что... А можно? А можно? Нет. Нет, ну блин, а теперь не будет лишней звездочки у меня. Точно? У всех, кто упал. Нет. Ну, я думаю, что так. Ну, Ева падала. Я умирала вон сколько раз, и все 3 были. А, ну ладно, в таком случае здорово. А от чего тогда это зависит? Может быть, от времени, которое мы проходим? Возможно. Да тут вроде не идет время. Ну да, тоже верно, очень странно. Ну, в любом случае, 3 звездочки всегда приятно получить. Да, ребят, 3 звезды. Да. О, все-таки 3 звездочки. Это что такое? Это что за обби? Это уже обби какой-то, это уже не тавр. То есть мы не наверх прыгаем, а все-таки... А, вот теперь наверх. Да нет, наверх. Все стало на круги своя. Ой, прикольно. А почему они разного цвета? Чтоб красивее было. Мы же типа в каком-то космосе находимся. Ну, блин, а я засмотрелась и упала. Ну вот если бы не фиолетовый, то подходило бы разные цвета, разные уровни. Ну, в смысле, там желтый самый низкий, зеленый чуть повыше, а потом уже фиолетовый подкачал. Ай, я бы просто свалилась только все. А, ребят, а мне так нравится смотреть, как я кувыркаюсь в полете. Наверное, с Ульяниными крыльями это еще лучше выглядит. Ага. Ага-га-га-га. Это Ульяна просто посмеяться решила. Я сейчас превратилась в гуся немножечко. Блин, я просто опять засмотрелась на то, как у меня ноги очень странно так, знаете, двигаются в воздухе. Как будто бы я ими не управляю, и они просто сами по себе. Знаете, как кот, вот и я тоже сама по себе. Вернее, не я, мои ноги просто куда-то летят, куда хотят. А я вообще, кажется, толкаюсь только левой ногой. Ребята, я дико извиняюсь, что вы там делаете? Что вы там забыли? Давайте, погнали дальше. Я не допрыгнула в конце последний вот раз. А тут можно через 2 сразу? О, а тут можно схитрить? А я могу вот так вот? Оп. Ого! Оп, могу. Ну я схитрил. А куда дальше? А, все ясно. А я не так. Знаю. А куда хочешь, давай так. Вот схитрить как Лана. Ага. Слушайте, ребята, тут работает хитрости. Блин, а так? Ну, конечно, почему бы и нет? Ну, не знаю, я что-то подумала, что может быть и не работают, а работают. Тут светофор, так, какой горит? Горят все, не знаю, значит, можно заходить или нельзя? Зеленый. Ага. Можно? Ладно, все решила. ПДД такие, ладно, я пойду по своей сторонке. Кажется, не нужно было сюда идти. Что-то начинается более опасно. О, смотрите, а что это такое? Что?
Надо подождать, когда она начнет ехать вверх. Прикол. А, давайте попробуем так. Она едет вверх. Так, едет вверх, все хорошо. Да, действительно работает. А я успею, я успею, я успею. Нет, я не успею, я не успею. Я успела. Пожалуйста, а я нет. Я успела. А что за дела? Ну, это такой достаточно коварный уровень, я хочу сказать. Но не менее... Ну да, самую малость. Не менее коварный, чем этот. Я думала, что тут по веревочке нужно идти, оказывается. Нужно просто стоять, и ты как бы сам поедешь. Представляете, вот это... Сервис. Сервис. Вот это я понимаю, что Тавр вообще... А где стоять? А я не поняла. А, смотри, вон едет, едет к нам деревяшка. Ого, а я бы сейчас по веревке пошла бы. Я тоже думала. Думаю, ну да, все, не похуй, Крау, я, наверное, точно не пройдешь этот уровень, а потом бабац, и меня понесло, понесло, и вообще, бесподобно. Кстати, там чуть дальше тоже такие, ну, коварные достаточно эти вот штуки, на которые вот там вот, да, осторожно, расщелины, не падайте в них. Вау, правда. Ага. Обалдеть, спасибо, спасибо, что предупредила. Это вовремя очень было. Слушайте, ребят, еле допрыгиваю, уже начинает быть немножечко жутковато. Да, сложно, нормально. Сложно, я поддерживаю, но мы проходим все-таки без особых усилий, по факту. И три звезды все еще с нами. А я, знаете, все думаю, когда будет две звезды. Ну, мне просто интересно, просто интересно. А что если нельзя получить меньше трех звезд? Это особенность игры, чтобы никому не было обидно. Mm. Зато, ребят, вот это вот очень круто. Ничего себе! Да. Ага. Блин, это мой любимый уровень. Все, я здесь, я останусь здесь жить. Но тогда ты не узнаешь, что интересного будет дальше. Ну да, ну это ж круто. Здесь, наверное, должны водиться всякие морские жители. Там черепашки, дельфины. Они сейчас спят просто, наверное. Да, ну ладно. Да, поэтому надо пойти дальше. И опять три звезды. Ну, так мы быстренько прошли. Воу, а здесь тоже довольно интересно, ничего себе. Смотри, там тачечка внизу ездит, что-то там это, везет интересное. Так, ну выглядит это все дело симпатично. Довольно ядово, правда. Ой, Ульяна. Да, Удой, Удой собралась ты. Кудысь, вот кудысь, вот вниз, собственно говоря, да, это очень странно, что это не морской уровень, но... Да! Да, я хотел тебе сказать, что вниз надо было на прошлом уровне, а не сейчас, что за непорядок? Ну, взяла и сорвала Йоши шутку, ну давайте просто посмеемся над той несуществующей шуткой, на которой должна была состояться. Да. Ой, это некрасиво, все, ладно, все, забыли. Нет, ну в смысле, наоборот, забавно. А тачечка, кстати, сверху тоже катается, смотрите, симпатичная такая. Правда, но мы не будем проверять, можно ли на ней поездить, потому что точно? Это опасно. Я только что хотела, ну ладно. Не нужно, не нужно. Может, надо? Может, нет. Ладно, все, ладно, 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 пойдемте дальше. Нам же интересно, что будет в следующих мирах. Так, ну что, ребят, нам кажется, здесь нужно какую-то головоломку решить или что, или как? Ага. Ну, может, это последовательность сначала какая-то? Синий. Раз, два, три, четыре. Синий, желтый, так, ага. Зеленый, красный. Так. Синий, потом желтый. А можно ребят, вот сюда? А желтый не сработал один. А желтый другой. А работает. Вот сюда можно, вот сюда можно. А нет, ты просто не туда. А, ого. Так, ладно. Зеленый и, кажется, красный. А, ничего себе. Ой, прикольно. Да, все верно. Так, ну мы разгадали загадку. Это мир загадок. Воу. Кто едет? Ой. Кто тут поехал? В смысле? Это а лифт. Что произошло? Кто поехал? А нам лифт. Лифт, приходи. Некрасиво вообще с его стороны. Я хочу вот так вот посмотреть. А лифт придет вообще? Он куда-то вверх пошел. Не, пойти-то он пошел. Он молодец, конечно. Но... Вы представляете, меня убило. В смысле? Ну я там попрыгала, и ну, мне вообще, все в начало. Как бы, ну да, ты же под лифтом прыгала, а под лифтом лучше не прыгать. Так как лифт бы, ну, же ну, наверх да, едет. О, вот, да-да-да, смотри, спускается. Все, ну отлично. О, нет, стойте, подождите. Ой, зачем я прыгнула? О, нормально. Ева, успеешь? Ой, блин, а не успеешь, нет. Придется ждать лифт. А кажется, у нас у всех он разный, потому что вы у меня немножко наверху. Ну, так, ага. Чуть-чуть. Ну, вы у меня уехали. О, смотрите, второй раунд. Так, запоминаем. Зеленый, красный, синий, желтый. Я уже забыла. Зеленый, так, красный, зеленый, синий, желтый. Стороны. Зеленый. Ага. Угу. Идем. Красный. Синий, желтый, нормально. Это тяжело, видимо. Да, это тяжеловато, но в принципе не так уж. А, это все, это конец. Да, да, и мир загадок и головоломок, видимо, завершен для нас.
Все еще 3 звезды, ребят. Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы было 2 хотя бы звездочки. Воу, а это что за мир? Ребят, это мир вампиров, я не знаю. Видите, какие-то такие вот здания старые. А мне кажется, здесь должны старые. Быть драконы. А, да, может быть, драконы. Это что сейчас было такое? Это что сейчас было? Я случайно решила просто вот туда вот. Ой, Лана, а ты что? А у меня ничего не прогружается, я поэтому убиваюсь уже который раз. А, ой, пон. Ребят, а здесь лава, и на нее лучше не наступать, как я понимаю. Да, ну, наверное, да. Я наступила, все нормально, да. Действительно, можно. Ничего себе, нас там кто-то улетел, кажется. Еще раз. Куда надо было дальше? Я не понял сейчас абсолютно. Ты видела, да, где я умер? Так, давайте исследовать. Да-да-да, я то, что даже, собственно говоря, попала и упала. А, вот, другую сторону просто, Ульян, смотри. Вы этого не видели. На самом деле, сейчас вот не было никакого летсплея, сейчас вот абсолютно ничего не было, потому что я случайно, ну, просто сговорилась и не заметила то, что я не допрыгну, в общем, и поэтому я стерла вам память. И вот, ребята, я наконец-таки здесь, вот у меня подъезжает замечательный мост. Спокойно, я допрыгнула. А у тебя есть этот, типа, аппаратик, как у людей в черном? Я вот о нем и хотела сказать, да. Чик-чик, все, вы как бы ничего не помните, но уже вот вы помните. О, ну, короче, все. Уже ничего не помните, все, нет, никто ничего не помнит. О чем речь вообще? Я тоже не помню. А вот не знаю даже. А, блин, кажется, я забыла, как прыгать. Ульяна, включи обратно. Ой. Ой, подожди, я это что-то должна включать? Ну, знание прыжков, да. Я поняла. Ну, слушай, я не думала, что этот аппарат действует прям настолько серьезно, что можно забыть, как прыгать. Ну, видишь, вот так и получилось. Так, ну давай, ладно, я пожертвую там свои... я не знаю, чем я пожертвую, но я скажу еще раз чик-чик, и все, теперь ты должна вспомнить, что... как прыгать. Так, проверяем. О, сработало, спасибо большое. О! Вот все замечательно. Ой, какой хорошенький мир, какие классные цвета, блин. А как тут допрыгнуть? Самого краешка вот так вот прыгать и все. Слушайте, а правда все сложнее и сложнее становится. Да, вообще неприятно. Так, а я вообще допрыгну вот туда. Так, ну здесь вроде бы хорошо получается. Ой. Я прям подползаю к самому краю, вот прям вот сюда. Ой, хватайте за крылья, а хватайте за крылья меня за руки, за что-нибудь. Давай, Ульяна, за конфетки. У меня 8 лап, я тебе всеми да. Ладно, ты меня спасла, ты просто мой спаситель. Что это? Да, так. А никто не допрыгнул туда, да? Я допрыгнула. Так, понятно. Ульяна, ты же тоже прошла дальше, или мне показалось? Я вот с Ланой, да. А, так что ж ты, я думал, ты тоже упала. А, я думала, это раньше, чуть раньше, ну, в общем, ну да, я тоже допрыгнула. Ага. Блин, спокойно, спокойно. Фу, пожалуйста, я не хочу больше применять это оружие, чтобы никто больше ничего не забыл. Так, ой, все, замечательно. Фух, ну такие красивые здесь цвета, мне так нравится все здесь. Да, очень мило и так прям приятно смотреть, и глаз радуется. Не хочется даже как-то отсюда уходить на самом-то деле. Но придется, ребят, а тут довольно интересно дальше. Так, ну все, любопытство берет верх, я уже, в общем, ушла, 3 звезды. Левел 1 почему-то написано, а почему? Как-то 1, 13 же. У меня 13. Не-не, посмотрите, сзади у вас есть... Нет, действительно, видите? Замаскировалась тройка. Она, видимо, решила, что раз тут у нас лес, то надо камуфляж какой-нибудь надеть. А это неплохо сейчас было. А ведь реально, с каждым уровнем что-то сложнее и сложнее. Да, все эти штуки все больше и больше, эти развалины. А мне еще очень нравятся капельки. Вы же видите, что тут идет дождь? Ага, да. Тропический. Блин! Ой, я провалилась в эту вот в дырку в самом-самом конце. Тогда, ребят, осторожненько, там в конце немножечко можно спокойно ошибиться. Вот так, здесь, вот, где я, вот тут, осторожно. Погоди, я еще не вижу, я не хочу отвлекаться, мне страшно, так. Вот тут, осторожно. Вот там, тут, в центре, я с краешку. Да, немножко можно провалиться. Ну, ага. Хорошо. Так, ну что, ребят, пойдем дальше. Уже интересно, все интереснее. О, опять космос, на этот раз прям космос. Космический
космос, действительно. Уровень, космос, хочу вам сказать, прям вот космический уровень и замечательный. Ну, чтобы вы понимали, космос здесь я имела в виду превосходно красивый этот уровень, вот. Это типа, знаете, игра слов туда-сюда. Ага, ага. И космически убийственный, я бы сказала. Ну, тоже есть такое, согласна. Ой, хорошо. Вообще, еле цепляешься на этом уровне как-то за платформочки. Да, еще вот эти сломанные крылья у этой вот самолета космического тоже. О! Я сейчас чуть не упала. Ну, блин. Упала? Я видел это, боже мой. Чуть не упала такая. Да. А мне очень нравится, что тут падаешь в бездну. То есть тут нет нигде земли. Зачем это тебе нравится? Что в этом такого классного? Не понимаю вообще. Не, ну просто красиво и все. Угу. Не очень. Мне не нравится. Я не одобряю такие падения. Вообще лучше не падать. Лучше, чтобы там была какая-нибудь перинка, и тебя ждали, и такие, вот, пожалуйста, здесь выход, проходите уровень. Или как в Тавре, который был у меня на канале, типа, комната с кошками. Вот, чтобы можно было отдохнуть. Да. Так, ну что, ребят, космический уровень пройден, и... пришел терапический ему на смену, и тут, кажется, пиратский какой-то, пираты смотри, какие-то, тут, да. Тут сокровища какие-то, вот, корабли разломаны, поэтому я, да. Тут, блин, я почему-то уже второй раз подумала, что я упала, но я не упала, спокойно, а нормально. Упал как раз. Там осторожно, там можно удариться головой, ребят, очень осторожно. Я думала, очень больно. Я не ударилась головой, но я не допрыгнула, да нужно было немножко правее, там нужно было, блин. Слушайте, но все равно, по сравнению с прошлым, этот уровень достаточно простой. Поддерживаю. Ребят, это что такое вообще было, я не понимаю. У меня просто выкинуло куда-то. Ульян, мы видели. Я считаю, это нечестно. Да вообще. Так, ребята, это, кажется, был последний уровень. И мы закончили этот Тавр. Ой, мы такие молодцы, нам даже дали бейдж. Ага, все миры прошли. Слушайте, довольно внезапно, но прикольно. На самом деле, очень необычно. Как будто бы путешествуешь просто, ну, не знаю... Ну, по разным мирам, собственно говоря. Так, собственно говоря, и было. Но мне очень понравилось так путешествовать. И если вам тоже, то пишите в комментариях. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.